на старт. Внимание. Марш! Это дрифтинг. В смысле занос? Машины легкие. Покрышки слики. В управляемом заносе, чтобы тачку удержать, нужно сначала ее отпустить. Объясните еще раз. На другом конце света. Далеко за гранью закона. Новый стиль рейсинга в мире подпольных токийских автогонок. Как вам это сходит с рук? И приобщиться к нему хотят самые крутые мастера. Что за турист? Посмотрим, на что он годен. Погоняем? Да! Но когда живешь на грани, может случиться все, что угодно. Не твое это место. Там, где жизнь летит с такой скоростью. Это большие деньги. Ты поднимаешься, и компания должна соответствовать. Чем больше риск, тем больше кайфа. К ней не подходи. Всю жизнь мне твердили, что я не вписываюсь. А может, просто место было не мое? В этом году слово «скорость» Давай! Не нуждается в переводе. Жизнь проста. Делай выбор. И не оглядывайся назад. Тройной форсаж. Токийский дрифт. Скоро на экранах.